Так, здравствуйте. В этом видео я прокачусь на маршрутном такси 561, а именно новом автобусе Ford Transit. Вот у нас прям здесь стоит. И это маршрутное такси должно поехать через одну минуту. Ой, и вот, и мы садимся. Вместо марки машины, как вы видите, табличка московского транспорта. Такие вот немножко другие. Садись, проходи. Планирую сделать круг через Алексеевский и вот такие вот сиденья, собственно. Здесь есть вот такие маленькие зарядки USB на пол, линолеум. Вас приветствует московский транспорт. Автобус следует по маршруту номер 561 до остановки метро Алексеевская. Информация здесь написана. Следующая остановка на телецентр. Приятной поездки. Телецентр. Телецентр. Пока отъедет автобус перед нами. Мы на МЦК не поедем? Хочешь на МЦК? Нет. Давай на автобус идем. Да. Только на автобус. До дома. Да. Следующая остановка – Останкинский пруд. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты. Мы подъезжаем к станции метро Алексеевская, которая на самом деле конечная, но маршрут кольцевой, так как маршрут кольцевой, то это нам не обязательно метро Алексеевская. Московский транспорт. Автобус следует по маршруту номер 561 до остановки платформа Останкино. Следующая остановка – Новоалексеевская улица. Приятной поездки. Вот. Подобие кондиционера, и теперь или что-то, или мотор, ну, в общем, табло теперь не горит, Андроид сгорается, табло теперь не горит, пока что уже загорается, как на телефоне, и, но... То ли кондиционер заглох, то ли что-то. Все. Включился. Но при этом пишет метро Алексеевская. Сейчас. Итак, вот только что проехал. Уехала наша маршрутка. И далее я буду ждать пересадочный автобус. А с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.